Как видите, этот человек всегда спешит. Но не потому, что у него такая привычка. Нет. Просто должность у него такая. Ромас Павлович Авальяни, председатель городского совета народных депутатов. И дел у него всегда немного больше, чем ему хотелось бы. Понедельник, день обычный. Как вы успели заметить из названия нашего фильма. Однако, день трудный. Это всем известно. Для Авальяни он особенно трудный, так как в часы, отведенные сегодня для приема по личным вопросам, он должен будет решать и другие вопросы. В принципе, не личные, но для него лично и для других очень важные. И одно не должно помешать другому. Надо заглянуть на пляж. Отдых – дело тоже серьезное. А вот этот дом аварийный. О нем тоже нельзя забывать. А здесь опять видны следы нефти. Разве это допустимо? За день надо успеть сделать значительно больше, чем можно успеть. А раз надо, то и говорить не о чем. Ромас Павлович часто любит повторять поговорку. Глаза боятся, руки делают. Как немного предстоит сегодня Авальяни сделать, он не может нарушить привычного маршрута. Надо каждое утро увидеть город. Куда-то везут гравий. Куда? Надо узнать, куда и зачем. Авальяни одни называют хозяином города, другие слугой. Но он не в претензии. Он понимает, что здесь нет парадокса. И противоречие мнимое. Соедините с управляющим строй Треста Гурганидзе. Ромас Павлович, Гурганидзе у телефона. Спасибо. Ну, здравствуй, разбойник. А как иначе можно назвать действия, которые ты каждый день совершаешь? Или постановление Совета Министров, что тебя совершенно не касается? Или абсолютно не волнует, что морской берег разрушается с каждым днем, море все пляжи размыло и скоро дойдет до домов? Ты знаешь, во сколько миллионов рублей государству обходится гравий, который привозят для укрепления берега? Да, тот самый, который средь бела дня растаскивает твои люди. Хватит, я не верю твоим клятвам. Что ты рассказываешь мне, когда я сам видел, как люди вашего треста загружали машину? Это же не оправдание. План планом, а воровство воровством. Последний раз говорю, не сделаешь выводов, смотри, пеняй на себя, вот так. Здесь из-за этой старой ведьмы.
журналисты. Слушаю. А, это ты? Привет. Уже вернулся? Когда приехал? Ну, что нового в столице? Да. Сегодня, если только в часов 7, у председателя прием. Встанешь, как всегда, против наших окон. Я тебя увижу. Выгляну и сейчас же спущусь. Да, да. Хорошо. Ну, пока. Рамас Павлович, не спрашивай. Нет, еще не спрашивала. Очень хорошо. Давай быстро, пока не начали, сделаем. Садись. Наточка, только аккуратненько. Очень важный документ. Будь повнимательнее, чтобы хорошо. Не перепечатывать. Здравствуйте. Здравствуйте. Какое? Извините, какое? Одну минутку. Списки. Я приготовлю тебе. Угу. А? Как записала? А что? А, значит, я, может быть, успею забежать к Ванде. А кто такая Ванда? Ой, Лали, не говорите. Будьте любезны, который час? Без 7:03. Благодарю. Пожалуйста. Садитесь. О. Не хотите ли меня подумать? Мое дело предложить. Какая гордая нацепила на себя все побрякушки. Приветствую вас. Здравствуйте. Мухтар Ибрагиди. Я могу увидеть председателя? А, записаны? Видите ли, я только что приехал из Тбилиси. У председателя сегодня приемный день. Очень хорошо. Значит, я, кстати, приехал. А как о вас доложить? Дело очень серьезное. И мне бы хотелось поговорить с председателем лично, если позволите. Я занесу вас в список. Да, пожалуйста. Ибрагиди. Будьте добры, посидите. Я скоро вас вызову. Благодарю. Разрешите? Извините, сразу видно, что вы деловой человек. Я думаю, вас не заставят долго ждать. И тут пристроилась. Сегодня уже поздно, идем. Так, с новой строки. Согласно постановлению исполкома, вы были обязаны подготовить в отведенный для вас срок. Здравствуйте. Здравствуйте. Тавиташвили, моя фамилия. Вы в списке. Пожалуйста, доложите обо мне председателю. Прием еще не начался, председатель занят. Как только освободится, передайте ему, что пришли от Мирава Георгиевича. Хорошо, я передам. Садитесь, пожалуйста, садитесь. Иди. Ну, иди сюда. Ты опять пришел? Пришел. Я же сказала, куда тебе нужно обратиться. Я обращался. Ну и что? Ничего.
Тогда зайди в 14-ю комнату и там спроси. Мне нужно к председателю. Председателю сегодня не до тебя. Здесь же написано, прием с 3 часов. Посмотри, сколько людей его ждут. И я подожду. Молодой человек, разве не ясно было сказано, что председателю сегодня не до тебя? Тогда напишите, как кино, дети до 16 лет на прием не допускаются. Нет, их теперь невозможно в чем-нибудь убедить. Как ты думаешь, нам вместе туда зайти? Не знаю. По-твоему, как лучше? Не знаю, как хочешь. Давай вместе зайдем, наверное, так будет лучше. Как хочешь. Давай вместе. Угу, давай. Здравствуй, Леван. Что-что? Не понимаю. Кто? Извините, с кем я говорю? Да, да, кто у телефона? Извините. Я не туда попал. Да. Верно говорят. Проще заменить министра связи, чем заменить кабель. Нет, говорят наоборот, не министра, а кабель заменить гораздо проще. По какому номеру вы звоните, я соединю? Не надо, нет. Сколько там у нас на сегодня человек? Вот список. Рамаз Павлович. Вот Ибрагиди приехал из Тбилиси. Похоже, что кто-то из начальства. Я сказала, что доложу вам, но он отказался. Запишите, говорит, в общий список. А вот Давиташвили просится вне очереди. Как фамилия? Давиташвили. Говорит, что он от Мераба Георгиевича. Ага. Который он по списку? Да вот 4-й, совсем близко. Пусть ждет своей очереди. Рамаз Павлович. Ваша жена звонила несколько раз. А? Который час? Уже 4-й. Угу. Начнем. Подождите, куда вы? А, я... Вот. Попрошу вас. Пожалуйста, проходите. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, я из редакции газеты. О, к тому же из такой солидной газеты. Чем я могу быть вам полезен? У меня к вам очень важное дело. Понятно. Ну, что у вас там? Анонимное письмо или жалоба на исполком? Нет, мне поручили написать о вас. Обо мне? А что, собственно, можно писать обо мне? Очерк, репортаж, интервью. Что получится? А это обязательно? Да. Вы доложили? Конечно. И что? В порядке общей очереди. Хуртидзе. Миминошвили. Очень хорошо. Большое спасибо. Только минутку подождите. Ну, кто же пишет очерки о председателе исполкома? Для этого существуют чаеводы, артисты. Сейчас вы все поймете. Вот, прочтите. В Архиповке после каждой сессии горсовета для депутатов проводятся симфонические концерты. Из произведений Чайковского, Бетховена, Шопена, Моцарта. Хе. Архиповка. Никогда не слышал. Признаться, я тоже. Очевидно, этот очерк навел вашего редактора на мысль написать нечто подобное. Но я уверен, в нашем городе есть более интересный материал. Я поручу товарищу. А сейчас у меня начинается прием, так что... А мне как раз и нужно написать о дне приема в Альяне. О приемном дне? Да, о том, что я здесь увижу и услышу. Вряд ли это подойдет для вашего очерка. Вынужден отказать, если я имею на это право. А, но мне впервые поручили ответственную тему. Ничего, ничего, свалите все на меня. До свидания.
Ваша газета. Оставьте ее себе. Постойте, постойте. Да. А что вы, действительно напишите обо всем? Ну, конечно. Хорошо. Садитесь вот туда. Да, да. При одном условии. Никаких вопросов. Ага. Во всяком случае, до окончания приема. Хорошо. Можно начинать. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, уважаемый. Садитесь, садитесь, пожалуйста. Спасибо. Ну что, значит, вашему делу конца не будет? Нет, не будет, уважаемый. Пока не добьюсь правды. Республика не осталась ни одной из наций, куда бы вы ни жаловались. Сколько может это продолжаться? Буду бороться, пока власти не вынесут справедливого решения. Но ведь вас никакие решения не удовлетворяют. Вы упрямо продолжаете писать свои жалобы и заявления, которые опять возвращаются к нам? Ну, что мое, то мое, и я не уступлю. Между прочим, по Конституции всем советским людям дается на это право. В Конституции, между прочим, наряду с правами граждан записаны их обязанности. Разрешите мне. Можно? Вы только садитесь. О, нет, ни в коем случае. Пожалуйста, не беспокойтесь, не беспокойтесь. Всю свою жизнь верой и правдой я служил Родине. Ой, Боже мой. Всю войну на фронте. Воевал до победы. Прошел с боями от Моздока до самого Рейхстага. Знаю. Нет, уважаемый, вы еще не все знаете, далеко не все. Для меня сражения Рейхстаг и Берлин были менее страшны, чем то сражение, которое мне устроила моя милая соседка. И теперь я уже начинаю сомневаться, что у меня хватит сил дожить до победного конца. Скажите, пожалуйста, как будто он один воевал. Эх вы. Переведите городской телефон. Хорошо, Рамас Павлович. Я занят, у меня идет прием. Ваша жена звонила уже два раза. Занят для всех, без исключения. Так, продолжайте. Он уже все сказал, теперь я буду говорить. Разве эта женщина даст кому-нибудь слово сказать? Но ведь я тоже, кажется, имею законное право высказаться. Разумеется, для этого вы и пришли сюда. Но если вы будете перебивать друг друга, разговаривать буду с каждым отдельно. Молчу, но только временно. Слушаю. Я для вас прихватил новые документы. Я тоже прихватила. Я вас прошу, по порядку. Стоит вам посмотреть на эти документы, и сразу поймете, кто прав, а кто виноват. Это утвержденный план дома. Фальшивый. Вот настоящий, с печатью. Не верьте, это мой настоящий. А разве могут оба плана быть настоящими? Товарищ председатель, суд обсудил этот вопрос и вынес положительное решение. Какое же это решение? Его тут же опротестовала прокуратура, а второй состав суда подтвердил, что правда на моей стороне. А Верховный суд ознакомился с делом и упразднил решение второго суда. Вот показания свидетелей. Прошу ознакомиться. Вот показание, которое подписано полковником, ветераном войны Георгием Дарахвелидзе. Он уже давно в отставке. А второе, от члена партии еще с 1933 года, Ясоном Санадзе. Я уверен, что показания таких свидетелей никакие вполне это могут... не свидетели, а его закадычные друзья. Они круглосуточно торчат на бульваре и в шахматы играют. Ну что плохого в том, что ветераны войны, старые друзья, как вы говорите, собираются и играют в шахматы на бульваре. Вот плохо, уважаемый, то, что эти люди дают ложные показания. Нет, не только послушайте, ну, если уж на то пошло, у меня тоже есть коллективное письмо от моих соседей. Пожалуйста, вся улица подтверждает, что я ложные права. Подписи. Это уже слишком. Ты мне ответишь за клевету. Испугала. Вот ты ответишь за оскорбление ветеранов. Кляузник несчастный, чего еще от тебя ждать? Прошу, успокойтесь. Извините, но эта женщина кого угодно выведет из себя. Садитесь. Ой, Боже мой. Да. Да.
Любопытно, что вас зовут Венерой. А что тут такого? Венерой звали мою бабушку, и меня назвали в ее честь. В Древнем Риме 3000 лет тому назад Венерой называли одну богиню. Мы тоже это знаем. Не думайте, что мы такие темные. Ну, если вы знаете про римскую Венеру, вы должны знать, что она была богиней любви. Тогда вам не следует ненавидеть своего соседа. Эту женщину не убедить ничьим примером. Все бесполезно. Неужели вам непонятно? Слушаю, я занят. Да-да, я предупредил, занят для всех. Тем более, вы со мной работаете, а не с моей женой. Поскольку ни суд, ни общественные инстанции не смогли справиться с вашим делом, то я не знаю, как это назвать, склокой, ссорой, войной. Да, войной. Только у вас она без кровопролития, а здоровье друг у друга отнимаете немало. Я не знаю, сколько войн было в истории человечества. 14 тысяч. Ой, извините. Сколько? 14 тысяч. Вы слышали? Еще что-нибудь можете рассказать о войнах? Могу. Почти всю свою историю человечество находилось в состоянии вечной войны. И во всех этих войнах погибло 4 миллиарда человек. Почти столько, сколько сейчас живет на нашей планете. Ну вот, слышите? Как дорого обошлись человечеству все эти войны. Между прочим, не 14 тысяч, а 14 тысяч и одна. Включая ваше сражение, которое должно когда-нибудь кончиться. Венера Валериановна, неужели для вас так важно на полметра вправо или влево сдвинется ваш забор? Стоит ли так биться из-за какого-то клочка земли? Уважаемый, вы совсем не знаете ее. Если уж этой даме вдруг скажут, что весь мир принадлежит ей, она тут же, не дождавшись утра, начнет огораживать его забор. Мне ничего чужого не надо. Но и своего принципиально никому не отдам. Совсем не обязательно, чтобы были жертвы. Не обязательно, чтобы каждая война заканчивалась поражением или победой. Противники договаривались, заключали мир. Здесь дело уважаемое в принципе и только. Но вы-то мужчина, умудренный жизнью, пожилой человек. Вы должны уступить. О чем вы говорите? Всю свою жизнь, всегда, я который принимал участие в судьбах многих людей, и вдруг сейчас неправой Венеры Куртидзе, я должен по-вашему сдать позиции? Хорошо, но как-никак она все-таки женщина. Вы меня насмешили. У нее только в паспорте написано, что она женщина. Вы только взгляните, это же настоящая фурия. Этот бессовестный человек оскорбляет меня. И где? Этого я не потерплю. Разве я не правду сказал, если вы не можете успокоить ее? Прекратите этот балаган. Так. Земля принадлежит государству. Предупреждаю, если вы не прекратите эту позорную войну из-за крохотного клочка земли, тогда мы отберем ее у вас. И на этом месте поставим ларек. Скажем, пивной. Что? Как же так можно? Не делайте этого, прошу я вас. Сделаю. Обязательно сделаю. Даю вам неделю срока. Помиритесь, помиритесь. А если нет, я сдержу свое слово. Там непременно будет стоять ларек. Ну что я могу? Я не виноват, уважаемый. До свидания. Как вы думаете, они еще придут? Вы мне очень помогли 14 тысячами войн.
Неужели их было столько? Вы же сами сказали, что на одну больше. Следующий. Я слушаю. Там же рядом склад торчервета. Давно уже решено убрать эту свалку за пределы города. Да, да. Да. На ее территории можно не только пристройку, а еще одну школу построить. Да. Ну вот, вы разберитесь. А я со своей стороны приму меры. Да. Вот так. До свидания. Проходите. Ну что же вы стоите в дверях? Проходите. Вы по одному делу? Да. Я слушаю. Говори. А что за дело? Какая-то школьная инициатива. Говорят, что им нужна ваша помощь. Так. Ну, расскажите про вашу школу. Про вашу инициативу. Школу мы уже закончили. Когда? Весной. Мне они так сказали, Рамаз Павлович. Ну, тогда объясните, в чем дело? Мы хотим расписаться. Где расписаться? Ну как, где? Где расписываются? Когда хотят пожениться. А школьная инициатива при чем? Иначе бы нас не пустили. Значит, это была маленькая хитрость. Сколько вам лет? Мне 18. И ей тоже. О, тогда все в порядке. Вы совершеннолетние. Вам решение исполкома не понадобится. Могу заранее поздравить вас и пожелать. Мы хотим создать самостоятельную семью. И что же вам мешает? Чтобы создать семью, нам нужно жить отдельно. Независимо от родителей. Самостоятельно. Так, понятно. Значит, чтобы создать самостоятельную семью, вам необходима отдельная квартира. Да. Сначала хотя бы однокомнатная. Да, хотя бы комната. А что вам, жить негде? Есть, но Лео не хочет жить у нас. Почему? Это не имеет никакого значения. Мы хотим создать свою семью. Все вокруг только и твердят, что теперешняя молодежь живет беззаботно, ни о чем не задумываясь. Вот поэтому мы и хотим жить отдельно. А вы не боитесь? Чего? Жизни. Жизнь не только отдельная квартира, но и забота о хлебе насущном. Я буду работать и учиться, а Лея будет детей растить. Каких еще детей? Но у нас же будут. Конечно, будут. Обязательно будут. Притом, я думаю, не меньше трех. Но квартиры я все-таки не дам. Почему? Нет у меня такого права. Есть. Дворец бракосочетания? А Валя не беспокоит. Скажите, пожалуйста, сколько пар за год женится в нашем городе? Ага, 200-250, да? Спасибо. Вот видите,
250. И каждая пара мечтает жить отдельно. Вы должны нам дать комнату. По-моему, вам проще договориться друг с другом. У кого жить? Обычно девушки уходят в дом мужа, как мне известно. А вот родители ваши знают? О чем? Ну, об этом. Что любим друг друга, знают, а что собираемся расписаться, пока нет. Я думаю, вы должны посоветоваться с родителями. Старшие найдут выход. Да. Как твоя фамилия? Левазишвили. А как зовут твоего отца? Курам. Это не тот, который в порту работает? Да. А, я твоего отца хорошо знаю. Один из лучших работников. А ты поговори с отцом, он поймет тебя. Нет. Ну, а я ничем не могу помочь. Я же говорила. Ты сама сказала, что надо идти в исполком. Придется мне самому поговорить с его отцом. Когда вернусь из Тбилиси, напомните. Слушаю. Да, конечно, конечно. Одну минуточку. Рамас Павлович, ваша жена звонит. Скажите, что я занят. Позвоните через час. Идет прием. Пожалуйста. Да? А, это ты? Разрешите войти? Пожалуйста. Я слушаю. Да, слушаю. Понятно, понятно. Проходите. Это не совсем так. Неправда. Я проезжал сегодня мимо вашего завода и видел, что, вопреки твоим заявлениям, вы по-прежнему все отходы спускаете в море. За обман государства строго будете наказаны и ты, и твой главный инженер. Этот вопрос будет обсуждаться на следующем исполкоме. Все. Подойдите поближе. Пожалуйста, не беспокойтесь. Мне здесь удобно. Ну, как хотите. Спасибо. Я слушаю вас. Слушаю. Я слушаю вас. Так неловко. Но если можно... Что? Стаканчик водички. Ну, конечно, конечно. Лали, налейте воды. Извините. Спасибо. Извините. Пожалуйста. Поверьте, мне было очень нелегко переступить порог вашего кабинета, но я надеюсь, что... Если вы внимательно меня выслушаете, то ни за что не сможете отказать в моей просьбе. Примите ее к сердцу, поймете меня и простите. Не волнуйтесь, пожалуйста. Даю вам слово, что я внимательно вас выслушаю. Спасибо. Поверьте мне, что только любовь к детям привела меня сюда, иначе я бы вас ни за что не побеспокоила, нет? И много у вас их? 257, но 12 сегодня отсутствует. Сусанна Мелитоновна, заведующая детским садом. А, понятно. Да, вот из-за этих ребятишек я и пришла к вам сюда. Я понимаю, конечно, что вы без меня все прекрасно знаете, но вряд ли вам известно о нашем саде. Уверяю вас, он один из лучших в нашем городе. Только не подумайте, что я пришла хвалить себя. 12 лет я заведую этим детским садом, и за эти годы мы получили 10 дипломов и 10 похвальных грамот. Кстати, последние две подписаны вашей рукой. А насчет социалистических соревнований, так мы принимаем в них самое активное участие. Можете мне поверить, что каждый раз мы выходим победителями и занимаем первое место. А с 1975 года навсегда за нами закрепилась переходящая Красное Знамя. Должна вам сказать, что наши дети постоянные участники концертов, торжественных и юбилейных вечеров. А в прошлом году нас снимало телевидение. Я надеюсь, вы тоже видели эту передачу. У нас эстетическое воспитание на высоком уровне.
Но нам, к сожалению, мешают. Я могу со всей ответственностью заявить, что нам мешают сознательно. Да, сознательно, я убеждена. Вот поэтому я и пришла сюда от имени 257 детей. Вот, пожалуйста. Стоит только заинтересоваться итогами социалистического соревнования между нашим садом и садом номер 27, вы сами можете убедиться, что мы впереди по всем показателям. Вот, у меня возникает вопрос. Чьей поддержкой пользуется 27-й сад? И почему нас затирают? Этот вопрос волнует меня, весь наш педагогический коллектив и 257 детей. Ой, извините меня, пожалуйста. Ой, пожалуйста, извините. Ничего, ничего. Не волнуйтесь, сама. Сейчас оберем. Спасибо. Спасибо. А вот еще. Спасибо. Спасибо. Не за что. Ой, какая же я нескладная. Вот еще бусинки. Извините. Все. Успокойтесь, всякое бывает. Садитесь. Вот еще. Спасибо. Так, а теперь давайте поговорим, почему вы считаете, что вас затирают и в чем это выражается? Не знаю, может быть, потому что у нас не воспитываются дети известных в городе людей. Естественно, мы очень гордимся, что принадлежим микрорайону, в котором проживает рабочий класс. К нам приводят детей из других микрорайонов, только мы не можем всех удовлетворить. Мало мест. Простите. Сусанна Мелитоновна. Да, Сусанна Мелитоновна. Извините, вы сказали, известные люди. Кого имели в виду? Сами, наверное, знаете. Академики, профессора, артисты всякие, директора. Извините, что я так говорю. А вот когда у вас появятся внуки, можете приводить их к нам? Извините, мне очень перед вами неловко. Повторяю, если бы не мои воспитанники, то я, конечно... Но если мы без конца будем извиняться, никогда не закончим этот разговор. А у меня уже все. Как это все? Я уже сказала все, что должна была сказать. Вы говорили о чем угодно, только не о деле, по поводу которого пришли. Я совсем забыла о детях, они же здесь. Какие дети? Где здесь? Сейчас. Сию минуту. Что здесь происходит? Это воспитанники нашего детского сада. А почему они здесь в такое время? У них прогулка по расписанию. Как же это случилось, что час прогулки совпал с вашим визитом ко мне? Извините, пожалуйста, но у меня другого времени не было, а дело очень серьезное. Я думала, прикидывала всякие варианты и все не знала, как мне лучше поступить. Тогда я решила прийти к вам. И для этого нужно было привести сюда всех 257 детей? 245. 12 отсутствует по уважительной причине. Вы думаете, этим чего-нибудь добьетесь? Неужели, чтобы поговорить со мной, нужно было привезти сюда весь детский сад? Не знаю. Но я знаю только одно, что крыша наша до сих пор протекает, в то время как 27-м уже... Уже починили крышу? Да. Угу. Слушаю вас, Рамас Павлович. Как у нас с кровельным железом?
железа нет. Понятно. К сожалению, ничем не могу вам помочь. Что они там кричат? Зовут. Когда у вас заканчивается прогулка? Через несколько минут надо возвращаться. Но дети вам еще не все сказали. А что они должны сказать? Сейчас. И как долго вы разучивали эту вашу репризу? 2 дня, но литературно-музыкальное воспитание предусмотрено программой для детских садов. Ага. А текст кто написал? Это наше коллективное творчество. Да. Сейчас при всем желании ничем вам не могу помочь. У нас нет такой возможности. А вот на следующий год я вам обещаю. С таким ответом я не уйду. И еще, напротив, нас химический завод дымит круглые сутки. Хорошо, хорошо. Что-нибудь придумаем. Слово есть слово? Я обещал, значит, я что-нибудь придумаю. Можно передать это персоналу? Передайте. А детям? Да, только не отсюда. Скажите им потом, в саду. Спасибо! Они приглашают вас в гости и надеются, что когда вы придете, крыша у нас не будет протекать, и мы все будем дышать не дымом, а чистым воздухом. Не только о внуках, но и о правнуках надо подумать. Правда? Благодарю вас. Я никогда, никогда не забуду вашей доброты. Желаю вам самого наилучшего. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Постойте. Да? Скажите, пожалуйста, как вы этого добиваетесь? Они же нас не слышат. Откуда они узнают, о чем мы здесь говорим? Обещаю я вам помощь или, наоборот, отказываю? Сейчас. Это очень просто. Если бы вы отказали нам, я бы махнула синим платком. Вот так. Извините, пожалуйста, не сердитесь. Большое вам спасибо. Всего хорошего. До свидания. До свидания. До свидания. Я вам очень, очень благодарна. До свидания, дядя председатель! До свидания, дядя председатель! Солнечную небо вокруг, и нарису нам подвижки, нарисовал он нарисовал. Прекрасный материал для детского журнала, между прочим. Георгий Николаевич. Слушаю, Рамас Павлович. Сколько у нас было постановлений по химзаводу? 3. А почему наши постановления до сих пор не выполняют? Мы ничего не можем с ним поделать. Он нам не подчиняется. Нужно заставить подчиниться. По-видимому, моего авторитета недостаточно. Такой ответ недостоин человека, курирующего промышленность города. Вызовите Галашвили ко мне. Хорошо. Да-да, я слушаю. Нет, я не уверен. Да нет, исключения мы не делаем, нет. Нет. В порядке общей очереди. На прием? Да, пожалуйста. Запишитесь у секретаря. На следующий понедельник, да. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Садитесь. Я слушаю. Мираб Георгиевич, наверное, вам уже говорил. Мне хотелось бы вас послушать. В прошлом году я подал заявление по поводу получения однокомнатной квартиры. А, помню, помню. Жил отдел, вы меня слышите? Да, Рамас Павлович.
У вас заявление товарища Давидашвили Симона... Георгиевича. Симона Георгиевича Давидашвили. Найдите его. Я просил ускорить заключение по этому вопросу. Уже готово, Роман Павлович. Я сейчас занесу. Нет, 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 простите. Гражданин Давидашвили проживает в собственном доме по Севастопольской улице. Сначала семья состояла из 5 человек. Его старший сын, Томас Давидашвили, вместе с женой получил двухкомнатную квартиру по улице Грибоедова. Его дочь, Русудан Давидашвили, тоже вселилась в кооперативную квартиру по Садовой улице. Теперь в семье остались трое. Это заявление подано от имени младшего сына Давидашвили, который только в прошлом году закончил школу. Кроме этого, в селе Ахалсобели... Откровенно говоря, все это для меня неожиданно. Хотите что-нибудь сказать по этому поводу? Нет. Кроме того, что не нужно было об этом объявлять так громогласно. Ведь вам же звонил товарищ Чиквоидзе. По-видимому, он не все знает. Ну что вы. Буквально в прошлое воскресенье за дружеским ужином у нас вдруг зашел разговор о женитьбе моего младшего сына. Мираб Георгиевич сам сказал, я его даже не просил. Сказал, что позвонит вам. Он позвонил. И я распорядился, чтобы отнеслись к вашему заявлению со всем вниманием. Да, у них получилось это слишком внимательно, откровенно говоря. А ведь вы бы могли, учитывая личную просьбу, не правда ли? Конечно, мог бы. Достаточно было моей резолюции в виде исключения. Есть такая дозволенная форма нарушения законности. И вы получили бы еще одну квартиру для своего младшего сына. И был бы вам очень благодарен, Роман Павлович. Я слушаю вас. Когда вы говорите? 20 октября? Вот порадовали, а? Обязательно приеду. Без меня не открывайте. Молодцы, досрочно сдали весь комплекс нового пансионата. Это дело не шуточное. Значит, через месяц можно будет принимать отдыхающих? Спасибо. Спасибо, обязательно буду, обязательно. Ромас Павлович, если все устроится, я перед вами в долгу не останусь. Неужели вам все еще мало? Неужели вас не беспокоит, что все это видят? А что, собственно, видят? Ну, хотя бы то, что вы хотите получить четвертую квартиру. Если вы не можете обеспечить нас как следует квартирами, разрешите мне самому позаботиться о своих детях. За счет государства? Вижу, вы не в духе сегодня. Отложим разговор. Не отложим, садитесь. Должен вас огорчить. Следующего раза у нас не будет. Вы хотите жить лучше всех? Но ведь это несправедливо. И ваши знакомства, которому вы так злоупотребляете, вам не помогут. Что, я нарушаю закон? Конечно, формально все так. Вы не идете против закона. Вы поступаете умнее. Но это не так уж сильно меняет дело. Если говорить по существу, то на ближайшем исполкоме следовало бы обсуждать вопрос не о предоставлении вам еще одной отдельной квартиры, а о законности получения квартир, которые вы уже имеете. Надеюсь, соответствующие инстанции займутся этим. Очень интересно получился у нас разговор. Когда у вас следующий исполком? В пятницу. Прекрасно.
Не хотите ли узнать, что за мужской разговор состоялся? Догадываюсь. Слушаю, Ромас Павлович. Пригласите следующего. Приветствую вас. Кого я вижу? Палыч, Лалечка, с вами мы уже виделись, да? Взгляните. Здорово. Посмотрите, Лаля. Ромас Павлович. Добрый день, дорогой Самуил Яковлевич. Печатали, конечно, не в нашей типографии. В Москве. Если программа на таком же уровне... 18 цирков сражались за эту программу, Ромас Павлович. Я бы удивился, если бы она досталась не вам. Значит, 6 ноября открытие сезона. К сожалению, нет. Возникла какая-нибудь проблема? Проблемы. Их несколько? Их множество. Начнем с главной. Все главные. С неотложной? Все неотложные. Ну, тогда по вашему выбору. Ромас Павлович, дело не шуточное. Я 40 лет работаю в цирке, из них 25 директором, Ромас Павлович, и не помню... Зато я помню. Вы что помните? Я помню то же самое вы говорили в прошлом году. Нет, правда? И даже позапрошлом. Нет, серьезно? Серьезно. Удивительно. Феноменальная память, товарищ. И с таким талантом человек пропадает здесь. У нас в Манеже вы бы достигли гораздо большего. Простите, я не представился, Файнштейн, Самуил Яковлевич, директор цирка. Вы представляете, у меня мотехника, Брунгильда, что у меня в руке? Думаю, лучше Брунгильда, эффектнейший номер. Я знаю, что вы будете сейчас делать. Что? Сейчас вы достанете из левого кармана своего пиджака копию заявления в Москву. Об освобождении вас с работы. Не угадали. Не состоялось. Бывает. Здесь лежит не копия моего заявления об уходе, а копия приказа главка, где меня обязывают обеспечить высокое качество показа нашей программы. Обеспечить я этого, разумеется, не смогу, и поэтому никакого заявления мне на этот счет писать не надо, выгонят с треском. Ну, Самуил Яковлевич, этого мы не допустим. Ромас Павлович, мне дороги ваши чувства, но ответственность слишком. Слишком велика. Я думаю, что ни один турист не побывал в стольких странах, в скольких побывали наши медведи, слоны, леопарды, тигры. 27 стран, товарищи, представляете? 27 стран, это не шутка. Хотите, я вам просто покажу, что пишет зарубежная печать только о наших медведях. Пожалуйста. Вот французская «Фигаро», влиятельная газета. Русские медведи вновь завоевали современный Париж. Как они сделали это, как сделали это в 1816 году русские казаки. Элегантно, правда? Французы все-таки не умеют. Ну, англичане не столь элегантны, но тем не менее. Гардиан, русский мишка, оказался гораздо умнее многих наших соотечественников, которые до сих пор представляют себе Россию в виде большого медведя. Это уже не только цирк. Ромас Павлович, это уже политика. Вы, конечно, читали про австралийское кенгуру? Нет, не читал. Как, Ромас Павлович, а что вы вообще читаете? Ромас Павлович, они обучили кенгуру играть на бильярде. Этот номер делается и у нас. К концу месяца мы его покажем. Отсюда аттракцион едет в Австралию, где будет организован международный матч. Наш кенгуру будет играть с их кенгуру. А дрессировщику нашего кенгуру, Трофимову, который привык жить в фешенебельных отелях Лондона, Парижа, Токио, Нью-Йорка, мы, у нас, не можем обеспечить приличный номер в нашей гостинице. Проблема номер один. Хорошо, считайте проблемы номер один. Пишите Трофимов. Трофимов. Иван Павлович. Иван Павлович. Ага. Хорошо. Хорошо. Едем дальше. Давайте. Представляете ли вы себе, Ромас Павлович, сколько компонентов входит в рацион одной только шимпанзе? Это фрукты, овощи, орехи. А ведь у меня не только шимпанзе. У меня и тигры, и львы, и слоны, и кенгуру, между прочим. Которые на бильярде играют. Играет, прилично играет, особенно угловые, вполне хорошо. Так вот, стоит им что-нибудь не додать. Но обезьяны и кенгуру не станут писать жалоб. Они способны на худшее. Стоит им не додать что-нибудь, они прекрасно знают, что им положено. Сорвут номер. А как его накажешь там? Влепишь ему выговор, что ли, с последним предупреждением? Или объяснишь, что фонды исчерпаны? Я предупрежу торговую базу. Это будет прекрасно. Все? Нет. Мы переходим только к сыну. А именно? К слонам. Потому что слоны самые крупные животные в мире? Нет, я имел в виду как раз одно из самых маленьких. Мышь. И мышь тоже участвует в аттракционе? Нет, участвует, но единственное существо на свете, которого боится слон,
Мышь. Да, это я слышал. А мышей полно в цирке, это очень нервирует слонов. Ромас Павлович. Ну, я предупрежу санитарную штуку. Хорошо. Наверное, все. Нет, нет. Одну минуточку. Одну минуточку. Так, это объяснительная записка, в которой я снимаю себя всякую ответственность. По поводу чего? По поводу поведения слонов. Не исключено, что сегодня ночью слоны разгромят город. Зачем же им громить город? Ромас Павлович, слон – обитатель африканских и южноазиатских стран. Он привык к теплу. Ну, пока еще тепло. Там и ходят в платьях. Это нам с вами тепло. А слону холодно. Были случаи. В одном из индийских штатов, не помню в каком, однажды из-за резкого похолодания слоны покинули джунгли, двинулись на город и разгромили его. Такие же случаи были и в Конго, и в Кении. А вы обращались в теплохозяйство? Они открывают отопительный сезон 15 ноября. Но мы, в смысле слоны, до этого не дотянем. Ромас Павлович. Теплохозяйство? Говорит о Валяне. Да. Был у вас директор цирка Файнштейн? Как-то ему нужно помочь. Да, это я знаю. Но до 15 ноября слоны могут разгромить город. Это и умереть. Или умереть. А каждый слон стоит 30 тысяч рублей. А каждый слон стоит 40 тысяч рублей. Валютой. Валютой, золотом, да. Управление теплохозяйством ничего не может сделать. Так как выборочное подключение отопления категорически запрещено. Ну, если вдруг все же слоны сломают стену цирка и выйдут в город, мой вам совет. А, девочки, это и вас касается. При встрече с ними не пугайтесь. И не вздумайте бежать, они этого очень не любят. Все равно далеко вы не убежите. Лальчика. Сейчас. Это будет ваша последняя стометровка. Возьмите. Самуил Яковлевич, следите за своим здоровьем. Вы нам дороже всех слонов вместе взятых. На здоровье. Спасибо. Пожалуйста. Надеюсь, все проблемы исчерпаны? О, нет, что вы, нет. Ромас Павлович. Да. Ванда. Что Ванда? Моя Ванда забеременела. Самуил Яковлевич. Мне это нужно. Только этого мне не хватало. При моих нервах и при моем давлении. Во всем мире в цирках и зоопарках содержится 300 слонов. Из них только у 100 есть потомство. Так я и вздумалась именно здесь забеременеть. У нас же нет специалиста. Правда, если вы позвоните по этому номеру, только вы. Значит, проблема номер 3. Ну, хорошо. Попытаюсь. Завтра с утра я вызову товарищей, связанных со всеми вашими проблемами. Что-нибудь придумаем. Но только обещайте, что на этом все ваши проблемы кончатся, да? О, нет. Вот этого я как раз обещать не могу, Ромас Павлович. Это же цирк. А в цирке проблемы могут возникнуть неожиданно за 5 минут до начала представления. Это же не театр, где срочно можно заменить одного артиста другим, Лали, Мариной. Ромас Павлович. Но перед уходом, Ромас Павлович, я должен вам оставить небольшой сувенирчик, чтобы вы не забыли наших проблем. Я ведь не один. Со мной слон. Слон? Где? Вот он. Его зовут Рани. Он с Суматры. Когда он поднимет хобот вверх, он будет трубить нашу победу. До свидания, Ромас Павлович. До свидания. До свидания, девочки. До свидания. Я надеюсь, что в среду я вас не потревожу. Хорошо. Но в понедельник... Вы меня записали на понедельник? Обязательно. Спасибо, Лалечка. До свидания. Ой. Девочка, моя очередь еще не подошла? Нет, пока.
Ох, Мальборо. Да. Можно? Пожалуйста. София. Томас Павлович, дирекция нефтеперерабатывающего завода не выполняет постановление исполкома, которое было принято еще в начале зимы. Угу. Вызовите ко мне на послезавтра директора завода. Хорошо. Томас Павлович, ребята хотят видеть только вас, категорически. Подойдите. Ближе, ближе. Иди, чего стоишь? А что, у тебя такое уж важное дело? Да, очень. О, кажется, он нам угрожает. Ну, что там у тебя? Заявление. Заявление? Ну, читай. Заявление председателю горисполкома депутатов трудящихся товарищу Авальяни Р.П. Все правильно, только сейчас нас называют не депутатами трудящихся, а народными депутатами. Хорошо, исправлю. Но главная суть. Продолжай. Товарищ председатель, мы все члены футбольной команды «Космос», проживающие по улице Руставели, которые подписались под этим заявлением, обращаемся к вам с большой просьбой помочь разобраться в этом деле с управдомом, товарищем Гегучадзе. Рядом с нашей улицей свободное поле, где мы тренируемся, но оно покрылось гаражами и курятниками. Этому способствует Гегучадзе. Сейчас, когда «Космос» победил на городском первенстве уличных команд, и нам предстоит ответственная встреча с командами других городов, мы просим вас вмешаться и лично приказать Гегучадзе, чтобы он не мешал тренироваться нашей команде. Все 11 человек просят вашей поддержки и подписи. Ты закончил? Да. А что, надо было больше написать? Нет, достаточно. Нам сказали, что длинных заявлений не читают. Ага. Лучше писать коротко. Ага, хорошо. Анзор. Да, Ромас Павлович. Найди мне, пожалуйста, Гегучадзе из 4-го управления. Хорошо, Ромас Павлович. А что Гегучадзе говорит? Уже сколько лет обманывает. Говорит, на этом месте кинотеатр хотят построить. И тогда говорит, не только для футбола.
И для пикбонга даже места не будет. А вы пишите 11 членов команды, а здесь только 10 подписей. Почему? Вначале нас в команде 11 было. А где 11-е? Потеряли? Да нет. Тато дома рассказал обо всем своему отцу, а он не разрешил ему. Подписаться? Да, он говорит, что не следует людей отвлекать с пустяками. Почему же это? Непонятно. По сути своей говорит неправильно. И Дато на тренировке ходить перестал. Стесняется, наверное, что не подписался. Может, вы его чем-то обидели? Нет, мы ни слова не сказали. А кто заявление написал? Я. Ты пишешь лучше других? Нет, я капитан. О, наверное, играешь лучше всех. Нет, просто меня Мишей зовут, а фамилия Бесхи. Вот меня и выбрали капитаном. А какой у тебя номер? 11, конечно. Рамас Павлович, Гегу Чадзе у телефона. Так. Здравствуй, Гегу Чадзе. Ну, как там у тебя в районе? А, порядок. А ты на футболе был? Да. Рад, что победили. Послушай, а ты знаешь, где растут будущие футболисты? Да, во дворах, в уличных командах. Ты меня понял? Мне не нужны твои объяснения. Даю 3 дня срока. А то сам приеду к тебе, если увижу, что на поле торчат гаражи и курятники, вызову бульдозер, и тут же все будет сметено. Да. Ага. Сегодня понедельник. Договоримся с тобой таким образом. Приходи ко мне в пятницу. А эта тетенька меня пропустит? Да, конечно. Подожди. А если что не так, позвони по этому телефону. Сообщи мне день игры. Неужели вы на нашу игру придете? Постараюсь. А как зовут твоего друга? Каринча. Ау. Так прозвали. Ну, если в вашей команде есть Месхи и Горинча, значит, вам только Пеле не хватает. Можно мы пойдем? Да. Идите. До свидания, спасибо. Постойте, ребята. Да? Скажите, а что, Дато действительно хорошо играет? Основной наш вратарь. Передайте, что я советую ему вернуться в команду. А отцу пусть он скажет, что это совсем не пустяковое дело. Даже наоборот. Ага. А вы правда придете к нам на игру? Приду, приду. Обязательно. До свидания. Слушаю. Но я же сказала, что не смогу. Раньше с 7 ничего не получится. Да, хорошо. Здравствуйте. Что вы сказали? Здравствуйте. Привет. Здрасте. Рамас Павлович. Да? К вам пришел ваш бывший учитель. Какой учитель? Как фамилия? Давид Гогель. Гогель? Иду. Идет. Зачем его беспокоить? Я мог и подождать. Здравствуйте, уважаемый Давид Чалович. Здравствуй, Рамас Павлович. Очень рад вас видеть. Прошу. Я тоже. Заходите, заходите. Спасибо. Прошу. Знакомьтесь, мой бывший учитель. Давид Чалович. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите сюда. Ну, располагайтесь. Благодарю. Как поживаете? А, ничего, спасибо. А почему ты не садишься? Не знаю. Никак не избавлюсь от робости перед своим учителем. А что это у вас? Пушкин. Издано еще при его жизни. Угу. Давид Чалович, это же редкая книга. А ну, взгляни-ка вот сюда.
автограф самого Пушкина? Безусловно. Доказано специалистами. У меня есть свидетельство об этом. И вы знаете, кому была эта книга подарена? А вот это, мой дорогой, придется нам еще выяснить. Существует несколько версий по этому поводу. «Витязь в тигровой шкуре». Издано при Вахтанге VI. Их осталось всего несколько экземпляров. Я помню, вы часто рассказывали о вашей уникальной библиотеке и очень сожалею, что не видел ваших книг. Это же настоящее богатство. Вот поэтому я и пришел. Давид Чалович, я всегда к вашим услугам. В моей библиотеке 5000 томов редких книг. Неужели? Как вы смогли их собрать? Просто удивительно. Они мне достались по наследству еще от прадеда. Книги передавались из поколения в поколение, и книги, и любовь к ним. А вы передадите эту любовь вашим детям и внукам. Не некому, я одинок. Вот почему судьба моих книг так волнует меня. Книги, которыми никто не пользуется, это же мертвый капитал. Не знаю, что ей посоветовать. А если я предложу их тебе? Мне? Я бы с удовольствием, но боюсь, мне не по карману. Ромас Павлович, ты меня не так понял. Меня не интересуют частные покупатели. Я передаю тебе как представителю власти. Так просто и передаете? Нет, нет, конечно, не так. По-моему, ни одна библиотека в нашем городе не сможет купить эти книги. Но общими усилиями можно что-нибудь сделать. Назовите вашу цену. О чем ты говоришь? Они бесценны, дорогой мой. Значит, вы их не продаете? Да нет же. Я предлагаю открыть в нашем городе хранилище редких книг. Редкие книги, я знаю, есть не только у меня. Все понимают, что они достояние всего народа. Думаю, что и у других появится желание передать такие книги в дар нашему городу. Но у меня есть просьба. Я хочу, чтобы моя библиотека осталась неделимым фондом. Это будет как бы продолжением нашего рода. Это все, о чем я пришел тебя просить. Да, задали вы мне задачу. Наши библиотеки находятся в стесненных условиях. Знаю. Думаю, нелегко будет найти помещение. А я уже нашел. А именно? Моя квартира. А ваша квартира в частном доме? Нет, в государственном. Я знаю, что это не разрешается законом. Но ведь случай совершенно исключительный. Тем более, что когда меня уже не будет, там все равно собираются открыть музей, квартиру моего деда. На ближайшем заседании исполкома мое предложение прошу узаконить. Это единственная моя просьба. Поторопитесь, а то передумаю. Одну минуту. Лали, пусть перепечатают повестку дня следующего заседания. Надо добавить еще один вопрос о передаче заслуженным педагогом республики Давидом Чаловичем Гукели редких книг хорошо, государству. Рамас Павлович. Спасибо, Рамас Павлович. Наоборот, Давид Чалович. Это я вас должен благодарить. Если сможете, приходите на заседание исполкома. Непременно. Спасибо, Рамазик. Ой, Рамас Павлович. Будьте здоровы. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Да, это я. Владимир Николаевич, вам уже принесли повестку дня исполкома? Извините, но мы в нее внесли еще один дополнительный вопрос. Да. Относительно передачи библиотеки редких книг заслуженным педагогом республики Давидом Кукели государству. Подробности расскажу при встрече. Слушаю.
Да. Сегодня у председателя прием, так что... Завтра звоните. Угу. Что вам объяснять? Вы сами хорошо знаете, что этот дом аварийный. Нет, нет, жить в нем невозможно. Одну минуту. Пришел директор химического завода. Пусть войдет. Чем можно здесь помочь? Разве у вас есть какой-нибудь другой выход? Одним словом, людей нужно переселить. И поскорее. А вот это уже не имеет никакого значения. Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, нужно освободить часть гостиницы и расселить людей по номерам. Да, конечно. Я понимаю. А для меня сейчас главное переселить людей из аварийного дома. И переселить их в благоустроенное помещение. Я тебе повторяю. Нет, нет, нет. Нет, если некуда, завтра же освобождай гостиницу. Люди же не виноваты, что мы своевременно не приняли меры. Да. Будем исправлять свои ошибки. Да. И все расходы мы, то есть государство, целиком должны взять на себя. Да. Вашакидзе передал мне, что хотели меня видеть. Видеть я вас не хотел. Ошибаетесь. Вас сегодня официально вызвали в исполком. Что ж, пусть так. А не сказал Вашакидзе, по какому поводу я вас вызвал? Нет, не сказал. Хм. Директора не очень любят ходить в исполком. Обо мне этого не скажешь, Рамас Павлович. Как-никак, мы все-таки соседи. Но во время выборов депутата вы обо мне почему-то забываете. Вы так настойчиво о себе напоминаете, что исполкому забыть о вас невозможно. Для этого достаточно посмотреть в окно. Разумеется, через стекло, так как открыть окно невозможно. Какой материал для художников? Индустриальный пейзаж в приморском городе. Что скажете новенького в связи с этим пейзажем? Вы, конечно, помните постановление, принятое на основании жалоб жителей квартала, и решение, принятое по поводу реализации этого постановления. Мы этот вопрос ставили перед министерством. Вы должны были найти выход из положения, а не ставить вопросы. Но это непросто. Безусловно, иначе исполком не вынес бы особого постановления. Для этого потребуются средства на реконструкцию котла и на многое другое. Ясно, что постановление, принятое в пятницу, не может быть реализовано в субботу. Но прошло уже 2 года. Министр в курсе дела, Рамас Павлович. Возможно, но министр, к сожалению, не живет в этом районе, в котором дети 17-го детского сада целыми днями сидят без воздуха за закрытыми окнами. Я еще раз поставлю этот вопрос. Категорически потребую, чтобы с будущего года... Нет. Даю вам срок до следующего заседания исполкома. Так что в пятницу ваша труба уже не должна дымить. Но это невозможно. Надо суметь. Остановить завод? Не знаю. Такую ответственность я на себя взять не могу. Значит, будем отвечать вместе. Исполком за свое постановление, а вы за его реализацию. Не надо спешить. Вы же сами присутствовали на заседании бюро, где говорилось, что промышленность города не выполняет план. Так что... Остановить завод в такое время нам никто не позволит. Давайте согласуем это наверху. Хорошо. Мы выполним вашу просьбу о согласовании вопроса. Передайте Вашакидзе, пусть подготовит городскому партийному комитету наше предложение об освобождении директора химзавода Гелашвили от занимаемой должности.
Прошу вас, не делайте того, чего до вас еще никто не делал. Прискорбно, что мы ничего такого не делали до сих пор. Когда-то надо понять, что горсовет и его исполком существует не только для ремонта квартир, разбора склок и примирения соседей. Это учреждение и опора советской власти в городе. Ромас Павлович, если у вас цель доказать вашу власть, прошу вас, меня не начинайте свой эксперимент. До чего дошло? Действие горсовета по реализации своих прав кажется вам экспериментом. Прошло всего 2 недели, как исполком принял решение о награждении нас переходящим красным знаменем. Хочу напомнить, между прочим, что под этим решением стоит и ваша подпись. И это тоже ошибка. Впрочем, для вас это может послужить аргументом. Это ваше последнее слово? Да, последнее. Хорошо. Слушай, я же сказала, сюда звонить нельзя. Неужели ты не можешь посидеть с детьми каких-нибудь 2-3 часа? Сейчас я не могу ни на минуту отлучиться. Хорошо, хорошо. Проходите, пожалуйста. Я вас доложила, прошу. Нет, нет. Не беспокойтесь, я дождусь очереди. Ну, как хотите. Надо, приглашай по списку, пусть заходят. Да. Да. Я передавала, но он очень занят. Я напомню еще раз. Обязательно. Ромас Павлович, ваша жена звонила. Хорошо. Ваша очередь. Здравствуйте, Ромас Павлович. О, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Прошу прощения. Извините. Пожалуйста. Приветствую вас. Присаживайтесь. Нет, нет, только после вас. Нет, что вы, что нет, вы? Нет, прошу. Спасибо. Прошу. Спасибо. Я вас слушаю. Итак, Ромас Павлович. Одну секунду. Я побеспокоил вас. Да нет, что вы. Новое изобретение, да? Да. Из-за него-то я к вам и пришел. Вчера я получил из энергетического института заключение о ресурсах экономии электроэнергии. Вы уже много раз от меня об этом слышали. С помощью фотоэлемента? Да, да. Одну секунду. Вот, послушайте. Предложение товарища Кобалава имеет не только важное практическое значение, но и является серьезной, капитально подготовленной основой для будущей научной работы. Смотрите, кто подписался. Юссельянин. Сам? Неужели? Но это никакого значения не имеет. Абсолютно. Позавчера я вернулся из Карцева. Вы, конечно, знаете, что в Карцево находится самый мощный научно-исследовательский центр защиты природы от загрязнения. И этим всемирно известным центром руководит академик Бурлаков. Как раз у него я и был. Вот, представляете? Кто звонил? Пришел я туда и говорю помощнику Бурлакова. Передайте Игорю Петровичу, что из Грузии к нему приехал такой-то и такой-то, и что он отсюда не уедет ни за что до тех пор, пока у него не примет. 10 минут в вашем распоряжении, сказал мне его помощник. 10 минут и целых полчаса не отпускал меня Бурлаков. Так заинтересовала его моя идея. Представляете, он никак не мог поверить, что я не имею не только никакой степени, но даже технического образования. Дальше. Не мешает ли вам кто-либо в работе? Спросил он. Ну, я... ответил, нет, только не очень верят. И знаете, что он мне сказал? Между прочим, было время, когда не верили ни Луи Пастеру, ни Ньютону, и Эдисону тоже, представьте, не верили. И Циолковскому. Да, вы абсолютно правы. И потом Бурлаков начинает вдруг рассказывать такую историю.
800 тысяч лет тому назад, вы только послушайте, 800 тысяч лет назад в Африке в племени самых обыкновенных обезьян появился какой-то странный индивид. Он очень отличался от своих собратьев. Его передние конечности были абсолютно неразвиты. И он несчастно часто голодал, так как не мог взобраться на дерево, чтобы достать тебе хоть какую-то пищу. Этот бедняга каждый день бродил в одиночестве и издавал какие-то странные звуки, смысл которых не могли понять даже его собратья. Они кормили его только из жалости, представляете? Кормили и презирали. Да, презирали. Прошли века, обезьяна встала на задние конечности, выпрямилась и оказалась, что это человек. Homo sapiens. На одну минуту. Что такое? Ваш двоюродный брат пришел. Где он? Там, в коридоре. Что случилось? В чем дело? У меня большие неприятности. Что? Не знаю, что и сказать. Ты даже не представляешь себе, в чем меня обвиняют. В чем? Ты не могла бы его попросить. Веришь мне? В чем речь? Тогда выслушай меня внимательно, Джамал. Я работаю здесь уже 8 лет и в курсе всего того, что здесь происходит. Поверь мне, если ты прав, иди к нему и сам все расскажу, он тебе поможет. А если это не так, то ни мое заступничество, ни даже сам Господь Бог тебя не спасет. Будет еще хуже, я знаю. Вот такой вот он человек. Хочешь, я попрошу, чтобы он сейчас тебя принял? Нет. Иди домой, успокойся, обдумай все и прими решение. Я тебе позвоню. Рамаз Павлович. Я слушаю. Я только что был у машинистки и видел, что порядок дня нашего заседания вновь изменился. Тебя волнует, что ты помещение должен подыскать для этих книг? А я и не скрываю. Помещение уже подобрано. Квартира Кукели, где проживает он один. Это государственная квартира? Да. Рамаз Павлович, за разбазаривание государственного фонда я совсем недавно получил с рогача. Значит, на этот раз приговор получу я. Пожалуйста. Нет, нет, сначала вы. Здравствуйте, Рамаз Павлович. Здравствуйте, здравствуйте. Mm-hmm. Прошу, садитесь. Благодарю. Mm-hmm. Лали, организуйте кофе. Хорошо, Рамаз Павлович. Если, конечно, наш гость не возражает. Вообще-то врачи не советуют, но в вашем городе, я слышал, как-то особенно готовят кофе. Извините. Ну, конечно. Да, понятно, обязательно. И генеральный план тоже, разумеется. Звонил секретарь горкома, может, надо было доложить ему о вас? Нет, нет, сначала мы с вами побеседуем. Слушаю вас. Я собирался вначале приехать прямо сюда, но потом все-таки решил изучить, как обстоят дела по линии бытового обслуживания в западных районах республики. Я побывал в нескольких районных центрах. Да, понятно. И должен сказать, Рамаз Павлович, что вам в этой отрасли далеко до совершенства. Я с вами согласен. Да, потребности населения растут. Кое-что мы уже сделали в этом направлении. Недавно открылся женский салон, комбинат бытового обслуживания, а в новом районе пункт по прокату телевизоров. У нас на сессии обсуждался этот вопрос. Могу показать вам документацию. Нет, я вам верю. Но назвав объекты бытового обслуживания, вы почему-то совсем не упомянули городские бани. Почему? О, этот участок, видимо, вас особенно интересует. Вот именно. Хотите, я могу пригласить управляющего банно-прачечным трестом? Нет, я позже сам с ним повидаюсь. Понятно. Очевидно, к вам на них поступают жалобы.
Но прошу учесть, что товарищ Сулейскири, назначенный недавно на эту должность, очень порядочный и энергичный человек. Очень хорошо. А ведь у вас до революции было столько банк, которые славились своими традициями. Одни названия чего стоили? Лондон, Венеция, Албатрос. А сейчас? Знаете, это вполне понятно. Теперь в современных домах в каждой квартире имеется своя ванная или душ. О, нет, я не согласен. Заблуждаетесь, дорогой. Разве можно сравнить ванну или душ с настоящей баней? А когда-то было время, люди ходили в баню как на праздник. Это было большим событием. А вы в Москве в Сандуновских банях бывали? Нет, не был. О, тогда вы очень многое потеряли. За этими банями стоит 200-летняя история. А вы знаете, что Сандунов был грузин, его фамилия Сандукели. Когда-то там можно было встретить весь цвет общества. Писателей, многих актеров, режиссеров. Станиславского, Немировича, Данченко, Сумбатова, Южина. Вы в Финляндии бывали? Поводилось. И вас, конечно, водили в Пинскую баню. Да. А, но это же ни с чем не сравнимое удовольствие, Ромас Павлович. Однако же у нас есть нечто такое, чего не сыщешь ни в одной бане мира. Я говорю о тёрщиках, о наших мойщиках. Вы бывали у тёрщика? Единственный раз, и то в Тбилиси. Вот видите, один раз, и то в Тбилиси. Да, как-то у нас нет этой традиции. О, нет, нет, как же, традиции были, но они, к сожалению, забыты. Вспомните, как восторженно писали о тбилисских серных банях и о тёрщиках Пушкин, Лермонтов, Дюма. Да. Это история, Ромас Павлович. Да, конечно, конечно, я согласен, да. В Тбилиси это дело ещё кое-как налажено, а вот в районах... Впрочем... Кофе. Спасибо. Спасибо. Хорошо. Если положительно решится вопрос о моем переезде в ваш город, то займемся этим вплотную. Собираетесь поселиться в нашем городе? Вы, конечно, понимаете. Тбилиси оставить нелегко. Но врачи рекомендуют мне здешний климат. Надеюсь, что мои знания и опыт... пригодятся и здесь. Разумеется. Наверное, нам об этом сообщат официально. Конечно, но вы уже в курсе. Кроме меня есть и другие руководители. Если дела пойдут хорошо, я не сомневаюсь, что они сами придут ко мне. Все возможно. Главное договориться с вами по квартирному вопросу. Если станет официально вопрос о вашем переводе... Сначала мне достаточно будет и однокомнатной. Все надо заслужить, Ромас Павлович. Главное дело. Дело. Даю слово, что скоро в ваших банях заговорит вся республика. Вы что, имеете в виду тёрщика? Да, а кого же? Клиентам конца не будет. Гарантирую очередь не меньшую, чем к вам на прием. Ну, где мы найдем тёрщиков? Я думаю, для начала и одного хватит. А где его взять? Как где? А Мухтар Ибрагиди для чего приехал? Какой это Ибрагиди? Мухтар Ибрагиди? Вы тёрщик? Что значит тёрщик? Я всем тёрщикам тёрщик. Я их президент. Да. Что вы говорите? Кстати... Вот у меня с собой кое-какие бумаги. Характеристика треста. Это книга отзывов, пожалуйста. Вы видите, какие люди писали? Чьи подписи? А это заявление. И что вы просите? Конечно, квартиру. А дело? Дело за мной. Хорошо, оставьте у нас заявление. О результате мы вам сообщим. Ромас Павлович, вы мне очень понравились. Будете моим первым клиентом. Уверен, не пожалеете.
До скорой встречи. Ваша очередь. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, уважаемый председатель. Здравствуйте, здравствуйте. Садитесь. Спасибо. Как ваше самочувствие? Спасибо. Раз я здесь, то... Давно вас не было. Ну... Я был у вас месяц тому назад, а точнее 29 сентября. Да, да, да. И поставил перед вам, если вы помните, несколько вопросов. Помню, конечно, мне даже этот блокнот запомнился. Нет, это не тот. Такой же? Такой же, но уже другой. Тот я уже давно запомнил, от корки до корки. А у вас много таких блокнотов? Достаточно. А старые что? Вон. Что, это же документы. Я храню их. Всякое может случиться. А если вдруг что-то понадобится? Понятно. Раз вы пришли с новым блокнотом, значит, принесли новые сигналы. Нет. Мне бы хотелось узнать, приняты ли меры по устранению тех недостатков, о которых я сигнализировал еще в прошлый раз. Ну, их передали для реагирования в соответствующие отделы. А вам известно, что это подозрительная женщина, гражданка Копалеишвили, продолжает по-прежнему щит. А что и кому она счет целыми днями напролет, неизвестно. А что прикажете ей делать на пенсии? Что вы сказали? На пенсии что ей делать? А, извините. Их только два человека. Но счет она столько, что можно весь квартал одеть. И кое-кого еще. Я думаю, на такую красавицу, как дочка, и одного платят много. Как нехорошо вы говорите о девушке. Как я уже говорил, часть населения, среди которой есть даже весьма уважаемые люди, очень просят, чтобы, когда построят метро, остановку сделали поближе к аптеке. Метро в маленьком городе? Вы понимаете, что говорите? Я? Нет. Товарищ Абутыдзе, вам не кажется, что сигналы, с которыми вы сюда пришли, очень странные? Хорошо. Тогда я хочу обратить ваше внимание на этот доклад. Долг каждого гражданина состоит не только в том, чтобы лично соблюдать законы. Он обязан бороться со всякими неприемлемыми для нашего общества проявлениями, происходящими вокруг него. Наверное, вам известно, чей это доклад. Разумеется. Без опоры на широкий актив вам не обойтись. Просто немыслимо. Вот-вот. Поэтому мои новые сигналы, думается, заслужат ваше внимание. Вот, например, на улице Острова... Островского. Что вы сказали? Такой улицы в нашем городе нет. Вы, наверное, имеете в виду улицу Николая Островского. Да, да, Николая Островского. Там в доме номер 41 живет один кинорежиссер. Он делает картину в 3 года раз. А чем он занимается в остальное время и чем он живет, это надо выяснить. Или вот вам еще один сигнал. По улице Палиашвили,
товарищ Габуния пристроил еще одну лоджию. Надо проверить, имеет ли он на это право. Имеет. А вы уверены? Я ему разрешил. Угу. Один наш руководящий работник, фамилию пока называть не буду. Кстати, он ваш депутат. И представляете, увлекается азартными играми. Играет в лото, нарды, домино. А у себя на службе этот человек читает лекции о моральном воспитании и всякое такое. Как вам это нравится? Педошвили. Устроился работать в газетный киоск. А до пенсии был кандидатом наук. Научный сотрудник. Вы можете, уважаемый, ответить мне на такой простой вопрос? С какой это целью? А? И вам кажется, что это нормально? Чтобы вот так вот ни с того ни с сего такой ученый человек пошел работать в киоск. Девушка, вы тут все записываете, что говорю? Да, да, пишу. Очень хорошо. Хочу вас спросить. Пожалуйста. Где вы берете эти факты? Знаете, где придется. Вам не кажется, что ваши подозрения оскорбительны для людей, о которых вы говорите? Что? А как распустился народ, уважаемый, ни страха, ни дисциплины. Например, на центральной улице из окон первого этажа раздавали звуки легкой танцевальной музыки, которую я совсем не уважаю. А люди что делали? Они вот так. Все вот так танцевали. Представляете? На центральной улице. И окна даже не прикрыли. Ужас! Но это в вашу компетенцию не входит. Нет. Это выше. Почему же входит? Мы хозяева города. Хозяева. А порядка никакого. Но если у вас нет других сигналов? Не. И в следующий раз, надеюсь, без внимания нас не оставите? Ну, если в чем-либо моя помощь вам нужна. Помощь нужна, но не такая. Вот послушайте. В табачном киоске по улице Церетели продавец сигарет за пачку берет 80 копеек вместо 70. Вот если бы этого мошенника вы разоблачили? Слушай. Да. Да. Так. Только хорошо. Что мне принесли. И вам? У нас материалы уже готовы. Да. Предстоит бой. И довольно серьезный. Да. В поезде поговорим. Да, хорошо. До встречи. Слушаю. Да. Да, сейчас, одну минуту. Ромас Павлович, вас спрашивает начальник морвокзала. Передайте, я ему перезвоню. А вы слушаете? У него прием. Он перезвонит. Можно? Входите. Здравствуйте. Ой, извините. Здравствуйте. 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 Проходите. Спасибо. Поближе, поближе. Не беспокойтесь, пожалуйста. Если не хотите меня беспокоить, садитесь. Ага. Да. Сидите, сидите. Ничего. Я лучше туда. Ну, я слушаю вас.
Неужели вы меня не помните? А как ваша фамилия? Шаламберидзе. Нет, что-то не припомню. А... Да разве так уж важно, узнал я вас или нет? Очень важно. Вы бывали у меня? Еще бы. А когда это было? В июне. О, давно. В тот раз я приходил по делу. Я сидел вот тут, на этом месте, а вы вон там, на своем. Разумеется. Ну, тогда проходите и садитесь на то же место. Спасибо. Ой, я опять к вам спиной. Ничего, ничего. Извините. Пожалуйста. Так вы меня не вспомнили? Сюда приходит столько людей, что... Может, вспомните, если я вам расскажу свое дело? Давайте, давайте. Я живу на улице Чапаева, дом 5. Не вспомнили? Чапаева я помню. А вот вас? Рядом со мной живет Ломая Углас. В страхагентстве работает. Может, его помните? Нет, и Ломая не припомню. Ломая к своему дому сделал столько пристроек, что почти... Вплотную подошел к моей стене и заслонил окно в комнату, в которой живут мои близнецы Ника и Кика. Куда я только не обращался, и в домоуправление, и в жилотдел, и в милицию. Ничего не добившись, один прекрасный день пришел к вам на прием. Как вчера помню, было 3 июня. Я сидел, конечно, на этом месте, а вы, естественно, на своем. Что-то смутно припоминаю, да. Да. Помню, я все тогда вам рассказал. Вы, конечно, очень внимательно выслушали меня. И вот этим красным карандашом на моем заявлении поставили резолюцию. Но заявление осталось у вас. И я все думаю, что вы написали этим карандашом. Наверное, я передал соответствующий отдел для реагирования. Я хотел прийти к вам еще раз, да, как-то постеснялся. Ничего не поделаешь. Бывает так, что не помогают и наши резолюции. Остается только одно, обращайтесь в суд. Зачем мне, собственно, в суд? Когда исполкому не удается урегулировать подобный конфликт, граждане обращаются обычно в суд. Можете и вы. Собственно говоря, не понимаю. При чем тут суд? Стена-то разрушена. Кем? Вашей резолюции, которую вы написали этим красным карандашом. На кого же вы жалуетесь? Да, ни на кого не жалуюсь. А, наверное, ваш сосед жалуется. Как его фамилия? Ломая Дуглас. Так на кого жалуется Ломая Дуглас? Ломая на все готов. Он... А, тогда мы позвоним в милицию и возьмем расписку. Как можно? Какая еще расписка? Я вовсе не для этого сюда так пришел. Объясните, для чего вы пришли? Поблагодарить. Больше ничего, просто... Кого поблагодарить? Вас, конечно. Меня? За что? За то, что резолюция, вот, подписанная этим... красным карандашом? Да оставьте, пожалуйста, в покое этот красный карандаш. Значит, вы пришли только поблагодарить? Ну, разумеется. Непонятно. Просидеть 3 часа в приемной только для того, чтобы сказать спасибо? Да что значит эти 3 часа по сравнению с тем, что я истрадал до тех пор, пока... Вы этим красным... Значит, кроме спасибо, у вас других дел нет? Я не думал, что я этим... Скажите прямо, что вы хотите, иначе наш разговор никогда не закончится. Извините, я никак не думал, что мой приход вас так расстроит. Всего хорошего. За дверью оставим.
Извините. Наверное, я чего-то не понял. За много лет, что я здесь работаю, люди приходят сюда только со своими нуждами, а он... Приятно, что он пришел вас поблагодарить. Да? Конечно. Ушел. Жаль. Вон он идет. Да, слушаю. Ну что еще? Я все понял, мне передавали. Поговорим дома. Больше не звони, скоро буду. О, уже 7 час. Кто-нибудь есть еще? Нет, все уже прошли. Вот, это моя командировка. Отметьте, Лали. Хорошо. Какой у вас сегодня тяжелый день? Обычный. Есть у вас ко мне вопросы? Есть. Довольны ли вы своей работой? Этот вопрос вы должны задать моим избирателям. Довольны ли они моей работой? Ваша командировка. Спасибо. Рамаз Павлович, я ушла, иначе меня домой вообще не впустят. Я с вами прощаюсь. Будете у нас в городе, заходите. Непременно. Лали, подождите, через 2 минуты вместе выйдем. Нет, нет, не могу, уже 7 час. А, здравствуйте, Мираб Георгиевич. Я слушаю. Да. Да. Давидашвили был у меня. Да. Понятно. Но, по-моему, вы не правы. Я ему ясно все объяснил. Нет. С этим я не могу согласиться. Понятно. Да. Да. Но при всем уважении к вам, на эту тему говорить не желаю. У вас действительно только один вопрос ко мне. Конечно, нет, но у вас сегодня такой день. Сегодня у меня на приеме было 14 человек. Они пришли ко мне с жалобами, заявлениями. И все они ждали от меня помощи, сочувствия, а некоторые немедленных, срочных решений. Ну, как, например, заведующая детским садом. Сусанна Мелитоновна. Да. Да, да, Сусанна Мелитоновна. Она думает, что мы только потому не отремонтировали ей крышу, что в ее саду не воспитываются дети известных людей.
и что весь материал ушел на сторону. Но уважаемая Сусанна Мелитоновна не знает, и я ей об этом ни слова не сказал, что город в этом году получил не 400 тонн железа, а всего 160 тонн. Или ребята, которые собираются пожениться. Лия и Гия? Да, Лия и Гия. По существу я был абсолютно прав, отказывая им в квартире. А видели, как они возмущались? А вдруг тем самым я сегодня разрушил их мечты? Этот нахал Давидашвили для своей семьи четвертую или пятую квартиру требует. А по-моему, в этом случае вы должны быть довольны своей принципиальностью. Тем более, что для вас было это нелегко. Ведь, отказывая Давидашвили, тем самым вы отказали его покровителю. Да. Значит, вы догадались, с кем я говорил? Да, конечно. Нет, вы еще не знаете Давидашвили. Слушаю. Здравствуйте. Спасибо. Да, были. Ребята правы. Надо же им где-то играть. Не знаю, я против. Очевидно, маленькому Месхи его команде будет трудно помочь. Потому что владельцы всех этих гаражей, курятников и огородов такой шум подымут, что вы даже не представляете. Вот, видите, уже звонил один из них. Хотя гараж поставил незаконно. Ребята, конечно, найдут место для игры, но вера в справедливость у них будет потеряна. Нет, площадку ребятам надо сохранить. Да. Я же сказал, чтобы больше не звонила. Извините. Хотите знать, почему звонит моя жена? Если моему сыну, десятикласснику, сегодня не исправят по химии четверку на пятерку, он не получит золотую медаль. У вас есть дети? Нет. Будут. И вот тогда вы поймете, что значит выбросить на ветер 10 лет каторжного труда, олимпиады и всякое другое. Моя жена хорошо знает, что мне достаточно просто снять трубку, попросить заведующего отделом образования, и сложная проблема будет решена без труда. Или позвонить директору школы. Слушаю. Откуда? Обязательно. Завтра об этом поговорим. Вот. Еще проблема. Вы сказали, что у меня сегодня был трудный день. Конечно. А для меня он самый обыкновенный. Вы и представить себе не можете, какие бывают дни. Иной раз не знаю, с чего начать. А, наверное, уже на будущей неделе вы прочтете очерк о себе. Советую поторопиться, а то время визита, проблемы меняются. Я очень вам благодарна. Будьте здоровы. До свидания.
Кончился нелегкий день председателя. Конечно, ощущение пока сложное. Что-то он вспоминает с удовлетворением, а что-то с сожалением. Довольно, что радостные ушли от него ребята, для которых сейчас самым важным в жизни является площадка, где можно играть в футбол. Женщина, так преданная своему детскому саду, директор цирка, изобретатель. Доволен председатель и тем, что отказал Давидашвили и его покровителю, знаменитому писателю. Хотя, конечно, звонок оставил неприятное ощущение. Но не все просьбы удалось удовлетворить. Что поделаешь? Председатель не волшебник, и не все зависит от его желаний, не все в его возможностях. Пройдет еще немного времени, и все уляжется в сознании. А Валяне как бы подведет черту под сегодняшним днем, и в целом, я думаю, останется им доволен. Он не изменил ни делу, которому служит, ни себе. Вот только Шаламберидзе получилось как-то нескладно. Человек пришел поблагодарить, а председатель не понял его. Причина простая. Устал председатель. Ну ничего. Это можно поправить. Было бы желание. С удовольствием, но сегодня не смогу. Спасибо. Да, о сыне еще вспомнил Ромас Павлович. Нет, он не сожалеет, что не ответил на звонки жены. Нет. Сын должен получить ту отметку, которую заслужил. Если случится иначе, он выиграл в малом, проиграет в большем. Ибо жизнь, которая у него вся впереди, в большинстве случаев выставляет объективные отметки. Сегодня интересная игра. И председатель решил посмотреть этот матч. Хотя дело, которым мы заняты, для нас самое важное, надо время от времени отключаться от него. И, может быть, ради него.